Только что стало известно о массовом заболевании детей в оздоровительном лагере «Юбилейный». Следственный комитет проводит проверку по этому факту. Острый ринофарингит, значит, диагностирован 56 вот маленьким пациентом. Это все диагностировано с 13 по 15 июня, и с сегодняшнего дня лагерь «Юбилейный» закрыт в связи с этим на карантин. Родители увозят детей. Те, кто заболел, кто в стационар, ну, мало количество, по нашим сведениям, 5 или 6 человек. Остальные в амбулаторных условиях проходят лечение. В настоящее время проверки продолжаются. На происшествие обратила внимание Бердская прокуратура. Ситуация находится на контроле у городского прокурора.